Во какое местечко нашел. Иди, буду рассказывать тебе. У нас тут есть, смотри, проводок. 4 диодика. Будем делать фонарики? Нет, будем делать умную схему собирать. Это как фонарик, только еще круче. Светодиод тут тоже есть. Идешь? Сейчас быстро спаяем. Это будет свет в доме, да? Да, выключай свой. Для какой? Ну, посмотрим. Сейчас соберем паяльничек для начала. Я тебе расскажу технику безопасности. Понятно? Угу. Надо же научить тебя паять, да? Не надо. Почему? Потому что мне это в жизни не пригодится. Вот чего ты взяла? Смотри, вот это вот паяльник. Угу. Вот сюда браться нельзя, здесь нагревается. Браться можно вот здесь вот. Угу. На, держи. Возьми паяльничек. Возьми паяльничек. Нет. Почему? Потому что он так нагревается. Молодец, запомнила. Теперь включаем его. Может, и... волосы хотя бы собрать? Да нет, зачем, мы тут быстро. Спаяем волосы. Вот, видишь, у нас быстро нагревается паяльничек. Но я еще захватил канифольку. Вот такая вот чистящая губка, а внутри канифолька, видишь? Да. Чистящая губка. Сейчас я тебе расскажу схему, которую мы будем паять. Это ты вот сюда вот ложишь и как бы там чистится он. Понятно? Угу. Ну вот так вот. Жик, жик, жик. Вот. Видишь, почистилось. Да. Вот у нас есть прибойчик. Вот тут у нас есть паяльничек. Сейчас я достану самый главный инструмент. Это пинцет. Угу. Мы берем все пинцетиком для того, чтобы что? Не обжечься. Правильно. И будем подготавливать. Эту мы согнем пинцет вот так. Пинцет может нагреться, и ты можешь обжигаться тоже. А знаешь, откуда у нас взялись эти чудесные диодики? Откуда? Как ты думаешь? От фонарика. Нет. Не из Китая, мама, а из нашей микроволновки. Они уже когда-то работали. Они когда-то работали, они уже когда-то работали. Да, смотри, мы берем два диодика и спаиваем их жопка к жопке. Жопка к жопке. Да, и у нас получается что? Свет. Нет. Потом берем по нашей схеме. Еще один светодиодик. Нет. Еще один диодик. Светодиодик и диодик это одно и то же. Нет. Да. Светодиодики, они светятся. А диодики, они пропускают электричество только в одном направлении. В указанном нами направлении. Понятно? Да. И не просто так. Ты, мама, тоже подслушиваешь? Запоминай. В жизни пригодится. У меня муж для этого есть. У меня тоже будет муж для этого. Так. Замечательно. Возьмем немножечко канифольки. Канифоль у нас что делает? Создает специальную оксидную пленку на месте спаивания и не разрешает так быстро. Что делать? Сгорать. Нет, так быстро что? Остывать. Нет, так быстро что? Окисляться. Это же такие же... Окисляться, это что, не разные вещи? Разные, конечно. Не одинаковые вещи? Нет. Горение это тоже окисление? Так, мама умничать пытается. Вот, если мы вот это вот припаяем сюда, а? Дашь мне проволочку? Дам, конечно. Я тебе... Ой, видишь? Горючая какая штука. Ты что, ты вдруг там поджег что-то? Ничего там не поджег. Я вам подожду. Папа там прожег бумажечку. Чуть-чуть. Не чуть-чуть, а прожег. Ой, я надеюсь, ты хоть не на карту это делаешь. Нет, нет. Не переживайте. У нас все под контролем, да, Кир? Да. Надо почистить немножечко, да? И взять припоя побольше. Какой ты красивый. Чего-чего? Какой ты красивый. Красивый? Да. Нравится? Да. Ну, видишь, а ты еще паять не хотела. Красивый дым.
Красивый дым? Да, и все. И все? Да. Больше, и больше ничего? Больше ничего не говорю. Так. Что нам теперь надо сделать? Теперь нам нужны наши проводы. Наш проводок, да, припаять нужно. А как припаять проводок? Для того, чтобы его припаять, его нужно сначала зачистить и залудить. Предлагаю залудить его тебе. Мне? Зачем? Я не умею. Я тебя научу. Берешь вот так вот и побольше канифольки, побольше припойчика и просто припой его туда раз и все. И здесь точно так же. Раз и все. И залудили. Видишь? Да. Запоминаешь? Да. Вот. Теперь берем и делаем вот так. Хоп. Это что-то красное. А, это я, когда тебе завтрак готовил сегодня, чуть-чуть порезался. Да. Это нормально. Да? Да? Завтрак вкусный был? Да. Да? А эту мы приматываем вот сюда. А ты не обжигайся там ничем. Больше. Ну хорошо, больше не буду. Ты запоминаешь? Да. Тебе хоть интересно? Не очень. А? Не очень. Хочешь сама попаять? Нет, я боюсь. Боишься? Да. Так, нам надо еще, знаешь что? Что? Маленький, прималенький. Мама, дай ножнички. Кусочек проволочки. Поскольку нам нужно будет кое-что сделать еще по нашей схеме. Так и вот так. И теперь мы будем что делать? Припаивать это. Нет, лудить. Лудить. Нравится? Опять. Да. Можно, знаешь, как еще лудить? Старый такой способ. Берем вот так вот чуть-чуть, отрезаем кусочек. Наматываем на проводочек. И все. И в канифольку его. И там будем плавить его. Можно теперь попробовать? Кого? Старый способ. Старый способ? Да. Ну давай я тебе сейчас намотаю. Намотай. И ты сама попробуешь. Давай. Давай? Давай. Договорились? Только я сильно боюсь. Боишься? Чего? А еще тут сильно-сильно стало вонять. Чем? Чем-то жгучим. Жгучим? Да. Так. Не воняет, это пахнет канифолька. Чего? Огонь лучше не нюхается. Смотри. Вот так ставим. Ты берешь у ручки паяльник. И окунаешь туда. Вместе с этим, ясно? Вот так вот. Угу. Одновременно вот берешь, вот как я, видишь сейчас. Жим. И ты теперь давай, ну. Вот тут вот бери, вот где синенькая. Вот, да. А я буду этот держать. Давай. Проводочек. Нужно именно с ним? Да. Все. Еще. Не бойся. Ну, молодец. Получилось. Давай. Это прям так красиво. Пахнет так как. Сейчас поджог меня. Нет, у тебя любимый запах какой? Салфеточки. Твои любимые, да? Спортивные. Спиртовые? Да. Нам осталось только припаять вот сюда и к светодиодику. И что у нас будет? Фонарик. Нет, у нас будет тестер. Тестер? Что значит тестер? Тестер это... Мама, что такое тестер? Это чем проверяют ток. Ну, не только ток. Ну, в этот раз мама права. Мы будем проверять ток. В розетке. Да. В розетке. В какой розетке? Подожди. Мы будем проверять не в розетке, не переживай. Все, давай я буду вот там вот тебе поддерживать, чтобы она не падала. Давай. Только ты аккуратный. Да я, конечно, аккуратная. Самоаккуратность. Угу. Мне же главное тебя научить в жизни. Вот это вот твоя самая главная так. Аккуратность. Вон она твоя самая главная. Понятно. Началось вот это вот, да? Да, самая главная аккуратность началась твоя. Угу. Тебе... Можно и такую же давай. Из скрепки сделать. Из скрепки нельзя. Знаешь почему? Почему? Потому что это специальный припой, а в скрепке железка.
А это железка. Нет, это припой. Все. Теперь осталось только заводить два проводка, и мы будем проверять нашим тестерам батарейки. Знаешь, какие? Какие? Наши батарейки. Мамины батарейки. Любые батарейки. Я тебе даже дам поиграться. Хочешь? Тестер. Попроверять. Ладно. Я даже не знаю. То, что так легко мнется. Давай. Легко мнется. Нам нужно еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, это целое. Много. Да? Много? Да, многовато ты взял. Ты думаешь? Мне кажется. Да нет, самый раз. Сейчас еще одно зачистим, чтобы тебе было проще проверять, да? Да. Есть еще больше, да? Угу. Я за самый краешек держу. Так. Помощница. Правда ж классно? Да. А ты не хотела паять. И можно паять вообще разные схемы. И приемник можно спаять. И компьютер спаять. Да все, конечно. Со столом. Смотри теперь. У нас схема уже готова. Это мы можем убрать. И для проверки работы нашего устройства нам надо, знаешь, что сделать? Взять батарейки. Представляешь, у нас есть батарейка, аккумулятор целый. Что это за аккумулятор? А теперь я тебе расскажу, что такое ток. Ток. Я знаю, что такое ток. Смотри. Красный это что? Ток. Ток бывает какой? Положительный заряд и отрицательный заряд. Да. Если черный, то это значит минус. Минус. А если красный? Плюс. Правильно. Получается. У нас здесь подписано, видишь, плюс? Да. А здесь минус. Да. Каким цветом загорится наш светодиод сейчас? Если мы подключим минус к минусу, а плюс к плюсу? Зеленый. Думаешь? Наверное. Ну давай проверим. Красным. Это значит, что мы неправильно подпаяли его. И мы его сейчас будем перепаивать. Ну, можно, конечно, перепаять провода, но тем не менее. Мы его неправильно напаяли. Ну да. Если вы знаете, как правильно перепаивать, то тогда пишите в комментарии видео. Хорошо. Тебе напишут в комментарии видео обязательно, как надо паять. Да? Да. Значит, мы вот здесь отпаиваем. Отпаиваем. Да? Угу. Так, и вот здесь отпаиваем. Да? Вот тут тоже наш навесной монтаж. И переворачиваем. И теперь вот здесь. Нам надо спаяться. Допаиваем. Нет, у меня там есть еще. Видишь, он сколько много припоя. Тебе почистить не надо. Тебе почистить не надо? Нет. Красиво. Сейчас застынет. Капелька. Да. Вот. Все, дуй теперь. Подожди, еще дуй. Молодец. Теперь проверяем. Теперь проверяем. То, что мы тут напаяли, да? Да, перепаяли. Вот, ну давай, припаяли, хорошо. Давай. Батарейка. Батарейка. Черный у нас минус. Мы подсоединяем к минусу. И плюс. Подсоединяем к плюсу. Плюс. Каким цветом горит? Желтеньким. Зеленым. Зелененьким почти. Вот таким красивым цветом, да? Да. А если мы батарейку перевернем, то будет каким гореть? Красненьким. Никаким? Каким? Никаким. Почему? Потому что он сейчас не горит. А, да потрогать. По нему проходит ток. Поэтому он горит красным.
Но перед этим-то она у нас работала. Да, поэтому лайфхак. Ты куда побежала? Побежала пить. Лайфхак рабочий, говоришь? Да. В следующий раз мы будем перепаивать и поменяем светодиод, да? А? Ну, папа, пусть откроет. Откроешь. Говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А помахать помашешь?